На Сегежском ЦБК идет масштабная модернизация всей технологической цепочки производства бумаги. Улучшится система газоулавливания на содорегенерационных котлах и максимально минимизируется воздействие на атмосферу. Обновляется система очистных сооружений. Здесь меняют узловые агрегаты для повышения эффективности очистки сточных вод. В ближайшие 3 года дополнительных 11 миллиардов рублей руководство предприятия направит на модернизацию существующего производства и экологические проекты. Об этом президент Сегежа Групп рассказал главе республики в ходе рабочего визита Артура Парфенчикова на комбинат. Программа принята, финансирование, так сказать, выделено. Уже в этом и следующем году 5 миллиардов будет потрачено. Прежде всего, это установка новых электрофильтров и скруберов на содорегенерационные котлы. Это система по сбору и дожиганию дурнопахнущих газов и ряд, так сказать, других мероприятий, которые должны полностью изменить облик Сегежского ЦБК. Вслед за комбинатом комплексная программа модернизации ждет и сам город. В ходе переговоров стороны подчеркнули, что специалисты, рабочие суперсовременного предприятия, должны жить в комфортных условиях. Мы договорились о том, что завод забирает обратно себе, по сути дела, ведение в концессию жилищно-коммунальное хозяйство. Вот мы по теплоснабжению уже договорились, уже работаем в короткой дорожной карте. Дальше мы будем привлекать соответствующие федеральные средства на реконструкцию. Власти республики совместно с руководством комбината в 2022 году планируют провести в Сегеже масштабный ремонт дорог, а также обновить инфраструктуру и территорию города. С августа прошлого года Сегежский ЦБК приступил к полному обслуживанию тепловых сетей города. Городские тепловые сети находились в удручающем состоянии и требуют для своего восстановления серьезные дополнительные ресурсы и усилия. Очевидно, что за последние, так сказать, наверное, несколько десятков лет в город Сегежа мало что вкладывалось, и очень много, так сказать, чего нужно исправлять и приводить в соответствие с современными нормативами и жилья, и школы, и детские сады, и, так сказать, дороги, инфраструктура, все остальное. И я рассматриваю это как, так сказать, такое, эту встречу как историческое начало программы по новому этапу, новой волне развития города Сегежа. В рамках социальных обязательств руководство Сегежа Групп окажет помощь в ремонте Северного колледжа, главной кузницы кадров для предприятия. Для решения комплекса городских задач создана межведомственная рабочая группа, куда вошли члены правительства, представители лесопромышленного холдинга и органы местного самоуправления. Алексей Неживенок, Иван Пахомов, служба новостей.